Приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу нафаршировать болгарский перец с овощами. Этот рецепт можно использовать сразу по приготовлению, можно съесть, а можно сделать его на зиму, приготовить на зиму. Вся разница будет отличаться лишь в наличии уксусной эссенции. Итак, нужно, кроме болгарского перца, еще будет помидоры, морковь, репчатый лук, острый перец, чеснок. Сюда также хорошо подходят белые коренья, петрушки, сельдерея. Можно приготовить и без них. Сахар, соль, лавровый лист, перец горошком, душистый перец, томатный сок, растительное масло, большой пучок зелени. Зелень любая, укроп, петрушка, кинза, базилик, все, что вы любите. Приступаем. Перец нужно промыть как следует, удалить семенную ножку с семенами и затем отставить в сторонку. Теперь очередь за морковкой. Количество всего я, как всегда, напишу в инфобоксе в конце видео. Морковь мы натираем на крупной терке. Подготовленную морковь необходимо обжарить на масле на сковороде. Не забываем помешивать морковь, чтобы она не пригорела. Итак, мы обжарили морковь в течение 7 минут, она стала мягкая. Теперь переложим ее в мисочку или в тазик. Нарезаем лук и также обжариваем его на растительном масле на сковороде. Сюда же добавим чеснок. Перекладываем лук к моркови. Режем острый перчик. Добавляем. Нарезаем помидоры. Нарезаем зелень. Все перемешиваем. Начинка для нашего перца готова. В кастрюлю с толстым дном наливаем томатный сок. Можно использовать самодельный, тогда его нужно процедить от семян. И учитывайте, он какой у вас сок, с солью, с сахаром. Это пишется все на упаковке. Нужно использовать соль и сахар с учетом того, что есть в соке. Посмотрите, прежде чем добавлять соль и сахар на упаковку. Добавляем в томатный сок специи, все наши. Теперь добавляем сахар, соль. Повторюсь, посмотрите, как у вас на соль и сахар сок. Если уже с солью и сахаром, то надо класть меньше. Перемешаем. Плотно наполненные фаршем перцы выкладываем в кастрюлю. Подготовленные перцы накрываем крышкой и будем варить в томатном соке 10-12 минут. И если же вы решили эти перцы заготовить на зиму, то нужно варить их 15-20 минут, в зависимости от размера перца. А тем временем простерилизуем банки и крышки. Итак, готовые перцы укладываем в стерильную баночку и заливаем кипящим томатным соком. Не забудем добавить одну неполную чайную ложку уксусной эссенции на банку в 1,5 литра. Доливаем сок доверху и закрываем, и тут же укупориваем крышку. Закрытую банку, как всегда, проверяем на предмет течи, поставив вниз крышкой. Итак, наши перцы готовы. Готовы на зиму и готовы к столу. Попробуйте этот рецепт. Всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале начинающим кулинарам Novice Cooks.